Самая сильная связка на Рубика. Играя против Пака и Марси, ты можешь сделать следующую комбинацию. Сларк при помощи Аганим Шарда может отменить дуэль Легионки, как вражеской, так и союзной. Фишка против Мипа Пикера. Если кинуть ему Маледикт под конец Мега Мипа, то ты гарантированно убьешь его. А также Блуторн не наносит финальный урон цели. Если у нее куплен Сенч или Heaven's Helber, то это по-прежнему бета. Теперь вы знаете, как контрить этот предмет. Ну а больше подобных фишек ты найдешь в нашем телеграм-канале по ссылке в шапке профиля.